Это станция Пескалы. А это спуск с горы. Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак. Хмурили лбы, когда собаки подвывали сквозняку из трубы. Но жили дружно, ели сыто, у помойного корыта все богатые. Велосипед. Буду ездить по улицам Праги. Буду красть без засрения варенье в продумаге. Колбасу и кулечки, и конфет. Учился, не заслужил наград, и денег не скопил. А то, что говорил, не в попад, давно уже за век не долг. И потому так сладок он. Труба трубит, откинул. Скоро время вдохновения. Я живу себе, пою, считаю трубы. Любой поезд, будь ты как ветер. И не заботься, ты о билете. Листья зеленые зажми, ты в ладони. Кружа и больше тебя не догонит. Не отревший от весны дворник Степана. Дерзкой метлой мусор погонит прочь. Рыбу с дерзком дальним синим море бригантина поднимая. Солнышко не смоет, где в каких краях встретишься со мной. У каждого из нас может быть дуэль в любую минуту. То есть такое какое-то событие, с которого люди уже не возвращаются. И поэтому каждый уход человека, он всегда последний. И вот так хотелось, чтобы в это время, когда Пушкин на дуэль уезжал, кто-нибудь встал и сказал: «Саша, не надо, не ходи! Куда ты, голубчик? Постой!» И вот нам представлялся такой семейный портрет, когда в коммунальной квартире стоят, вся семья стоит, дедушка, жена, детки, родственники стоят и говорят: «Саша, не надо, Бог с этой всей ситуацией, к черту, оставайся тут». Вот нужен семейный портрет. Я все это рассказываю к чему. Нас мало, мы втроем. Это такая неважная семья для великого поэта. Семья для...